Приехали, ну, еще не дошли. На озеро Слободское. Дорога отличная, а погода неприличная. Сейчас пойдем пешочком оставшийся километр. Быть добру, GoPro стоп идет. Подходим к деревне, грубо говоря. Шлагбаум в этом году открыт. По следам похоже, что бывала здесь автомобильная техника. Ну вот мы и на Слободском. Вон оттуда пришли. Сегодня ветер. Года ноль. Я вот сижу в палатке. Что так не идет? Ёрш. Скорее всего, ёрш. Потому что ёрша сегодня просто завалить. Это все, что я сегодня смог наловить. Видите? И сырая. Сырая стена. Так вот. Так что сегодня не ice of base. Все, рыба перестала клевать вообще. Собрали вещи. Спиливаем ноги, да? До машины. Да, вот такой сегодня нас. Просто видео.